Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Паралимпийцы привезли коллекцию медалей с первенства России по плаванию. Двойной успех самарского лучника на Кубке России. Кубок Генриха Приматова остался у Самары. Дважды переиграв один из сильнейших клубов Суперлиги, Иркутский Иркут, баскетболисты Самары отпраздновали победу в традиционном предсезонном турнире памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. В этом году за кубок сражались только две команды. В серии из двух матчей определялся обладатель трофея. Первый и второй поединок Самара уверенно выиграла 81-59 и 82-68. А регулярный чемпионат Суперлиги стартует уже через неделю 26 сентября. Первую игру горожане проведут в Екатеринбурге с местным Уралом. Две золотые медали привез Эрдем Цыдыпов с Кубка России по стрельбе из лука. В Калининграде самарец показал лучший результат из классического оружия в личном зачете. Второе золото Цыдыпов завоевал уже в командном первенстве. Турнир стал заключительным в календаре отечественных стартов летнего сезона стрельбы на открытом воздухе. Теперь самарский лучник поедет на чемпионат мира в Мексику. Самарские паралимпийцы завоевали 14 медалей на первенстве России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В городе Руза Московской области на старт вышли 200 спортсменов из 35 регионов. Самарская сборная отметилась 2 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!